27 октября, Московская площадь. Здесь в результате столкновения двух автомобилей пострадал человек. Микроавтобус «Ситроен» двигался по улице Вакжанова и поворачивал на зеленый в сторону проспекта Победы. Неожиданно наперерез микроавтобусу со стороны Советской выскочил ВАЗ-2110. Я его даже не знаю, он прям звист такой, и он сюда полетел. На большой скорости ехал? На большой скорости, но он не удар. Посмотрите, боковина машины, что случилось. Боковина машины-то, и он сюда. Здесь люди стояли, разбежались даже. То есть он мог реально кого-то сшибить? Ну. После столкновения с микроавтобусом «Лада», перелетев через тротуар, приперла с собой металлическое ограждение сквера чернобыльцев. Действительно чудо, что на пути легковушки не было пешеходов. Водитель микроавтобуса подбежал к легковушке узнать, жив ли ее водитель. Тот полулежал на сиденье и на вопросы не отвечал. Тогда Андрей вызвал скорую и ГАИ. После оказания необходимой помощи медики отпустили водителя «Лады». Как получилось, что вы вылетели сюда? Заклинило руль. Заклинило? Вы сегодня не выпивали? Выпивал. И сейчас вот в таком состоянии, да? Да, я сейчас выпивший, да. Подробности аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. На место приехали и сотрудники пожарной охраны на случай угрозы розлива топлива. Случай, да? Ну да, мало ли, топливо смыть, разлившееся так.